Всем привет! Перед вами аппараты для сварки пластиковых труб Dytron. Они предназначены для сварки фитингов и труб диаметром до 75 мм. Микропроцессорный регулятор нагрева поддерживает заданную температуру с высокой точностью. При температуре в 3000 градусов срабатывает система защиты, а звуковая сигнализация сообщит о времени нагрева и охлаждения. Форма нагревателя у моделей TraceWeld Solo и TraceWeld Mini мечеобразная. Можно закреплять одновременно две пары насадок. А у аппарата TraceWeld Standard нагреватель в форме прямого стержня. Благодаря этому можно устанавливать до 3 насадок разного диаметра. Отличаются и комплектации. Первая модель комплектуется только ключом. Вторая оснащена еще и труборезом, а также сменными насадками диаметром 20, 25 и 32 мм. Последняя модель, кроме насадок и ключа, имеет зажим, ножницы для отрезания труб и ножную опору. Кстати, она поставляется в кейсе. Все аппараты можно использовать даже в тяжелых климатических условиях, например, при ветре и низких температурах.